Бюро находок ищет. Паспорт, прописка, село Верхнего Уратьма, водительское удостоверение и другие документы Панова Андрея Владимировича утеряны 14 июня по проспекту Строителей. Обещано вознаграждение. Госномер У-431 ВК-116 РУС утерян 15 июня. Обещано вознаграждение. Коричневый кошелек с водительским удостоверением, техпаспортом и другими документами Сахапова Марата Рафаковича утеряно 16 июня в районе ТЦ Раздолье. Обещано вознаграждение. Женскую сумку с паспортом, водительским удостоверением снялся на имя Савиновой Оксаны Александровны, а также сотовым телефоном Nokia, черным кожаным кошельком, утерянную 15 июня, обещано вознаграждение. Женскую сумку с паспортом, водительским удостоверением и пропуском НКНХ на имя Косовой Эльвиры Султановны, утерянную 12 июня у ресторана кино или, возможно, в такси, обещано вознаграждение. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42-33-33, мы ждем вас по будням. В бюро находок имеется свидетельство о рождении, медполис и страховое свидетельство Минеева Тимура Игоревича, паспорт и сберкнижка Яхина Мансура Малануровича, ИНН Закиева Радика Рамисовича, сотовый телефон Nokia 105 голубого цвета, найден в мае 2015 года по 121 маршруту, паспорт, страховое свидетельство и пропуск Осадчука Анатолия Витальевича.